Здравствуй, землянка. Как ты тут у нас? А тут полный армагездец. Всех приветствую, ребята. Пришел в земляночку. Сейчас попроведаю, как она у нас там. Но уже увижу, что и поплохело. Вся дверь серехонькая. Все мокрое. Здесь все влажное тоже. Боюсь даже в землянку сейчас заходить. Там, наверное, вообще полная армагездец. Так. Цель сегодняшнего похода — проведать землянку. Также баню, еще землянку сейчас посмотрим, сходим. Как она у нас здесь. Поприбираемся, если там живое еще что-то осталось. Также пойдем на речку. Здесь речка недалеко. Закинем удочку. А самое главное, это мне надо набрать живицы сосновой, потому что многие уже ждут живицу, давно уже кончилась. Надо бы сварить. Так что пойдемте посмотрим, что у нас там. Мыши нахозяйничали. Наверное, все там серехонькое. Yep. Здесь полная разруха, мусор, мышки повытаскивали. Ну, а самое главное, тут сыро, писец как. Все обосрали. Здесь тоже кого-то они грызли. Цветочек мой. Ну, вроде не схрумкали. Паучок там еще живет. Так, ну видите, весь потолок сырехонький, как обычно. Кстати, лампочку надо забрать. Вот эта стена тоже сырая. Все, немножечко поприбирался. Ничего закрывать не буду, пусть оставлю открытый, посмотрим, может так меньше будет влажности. Продувать маленько будет хотя бы. О, грибочек, масленочек. Фокус, фокус. На красавца. Сладенькая. Такая сочная. Сейчас само то собирать ее. На полюшке в тот раз собирали. Она не такая насыщенная, не сладенькая. Так, ну ладно, пойдемте сходим, посмотрим, что у нас там с баней. Кстати, баню я тоже уже не делал пленкой, не обтягивал бока. Там только сверху, на крыше. Так что думаю, что она тоже должна дышать через стены. О, костяника. Первый раз в этом году вижу. Где-то, кстати, стяжками тут было. Хрен найду еще. Надо было ее забрать. Все заросло папоротником, капец, затягивает он махом. Подзавалило маленько. Лопаты-то здесь нет. Где у меня лопаты-то, не помню. Грибы вижу. Так, ну сейчас вот, тоже не буду закрывать, я оставлю открытый. Ну вот так с первого взгляда здесь намного лучше дела обстоят, чем на землянке. Так, потолок начинает грибами обрастать, плесенью. Вот, немножечко сырости присутствует, но в основном-то сухо. На полке вот тоже, ну, такой вот налет белый. Вот это бревно, как влажное. Да, хотя и вон те тоже. Так что избы рулят. Вон какие красивые грибы. Что у нас тут? Плюс 20. Землянки. Да, конечно, строить проще. Зимой в них теплее. Но влажность, мне кажется, даже с вентиляцией влажность будет все равно. Это надо постоянно в ней жить. Протапливать ее, что ли. Чтобы она не мокла так сильно. Тоже дверь пусть открыта будет. Но все равно года 3-4-5 постоит. Землянка уже 3-й год стоит. Вот каждое лето такая сырость. Но ничего, еще не сгнила. Зимой нормально в ней находиться. Приятно, можно сказать. Печечку, когда еще затопишь, тем более. Ладно, пойдемте на речку. Если здесь оставаться ночевать буду когда-нибудь, то лучше я в бане буду ночевать. Там намного приятнее находиться. Так что стены лучше пленка не закрывать. Все равно она поменьше мокнет. Так, ладно. Сейчас придем на речку. Закинем удочку. Попробуем на хлеб закинуть сперва. Будем собирать живицу. Вот бывает, идешь себе по лесу, идешь, и в морду вот такая вот паутина, а посередине с 5 рублей такой паук на нос тебе прыгает. Класс. Лесные прогулки. Грибочков, кстати, не вижу, что-то маслят. Вот один грибочек попадался. Вот какие-то мухоморы. И все. Здесь и много так-то в прошлом году было маслят. Так по дороге, когда ездил, смотрю, там машины стоят, там кого-нибудь там собирают. Или тоже все так с разведками ходят. А грибов нету. На самом деле. Странно. Здесь пожаров не было, ладно, там в моем лагере. Там был пожар в прошлом году, из этого, может, грибница пострадала, а здесь-то ничего не было. Не урожай грибов, походу. Либо попозже будут, вырастут. Так, вот она, речка красавица. Надо какое-нибудь местечко выбрать, такой тенечек, чтобы был. Расположиться. Опа, а вот паутина. Ладно, хоть без паука. Где-нибудь здесь парканемся. Неподалеку. Нора, бобра. такие маленькие кусочки попадаются на сломанных сучках. Бобров, бобриных покусов нету. Бобриных покусов нету. Падла, зацепилась. По традиции взял баночку консервы рыбной на рыбалку. Так, это прикорм сейчас сделаем. Вот, покушать с собой. Чаечку. Спасибо. Чаечку надо пивнуть. Что там тяжелого-то у меня там? А, там пауэрбанков уже у меня 5 штук с собой. Блин, тут муравейник. Пардон. Нужно маленько переехать. Ну вон мальков-то видно, мелочь плавает. Хотя мне без разницы, поймаем или нет. Сам процесс, как обычно, важен. И живиться набрать. Отдохнуть просто. Что-то все. Дела. Посидеть просто, понаслаждаться. Охота. Тишиной, природой. На донку тут заряжена у меня удочка. Так-то на поплавок бы здесь лучше. Неохота перецеплять. Захочется, на донку возьмет. То, может, вообще не клюет. Как в прошлый раз. 2 дня ползал по этой речке. Даже поклевок не было. Так, ладно, пусть стоит. Пойду пособираю. Здесь вон сосенок много. Ветерок поднялся. Вот такие вот кусочки попадаются. Живица — это вот такая субстанция, когда сучок отломился или дерево поранило, чем-то поранилось, она выделяет вот такую живительную смесь. Опа. О, вишня. Фига себе. Чего только в лесу не встретишь. Малину там встречал еще сегодня. Ну еще кисленькая. Вот это вот вроде нормально выросло уже. Вот столечко набрал. что не густо здесь ее. Сейчас еще немножечко похожу здесь, если также ни хрена нету толком, тогда и пойду порыбачу часик и пойду выдвигаться дальше туда, в другую сторону пойду. Капец, у меня сердце кровью обливается. Мне там избу не из чего строить, валежника нету. Здесь такой материал лежит. Ровный, толстый. Блин, а. Капец. Вообще классный такой материал. Еще свежее. Недавно, видимо, упало. Вон лежит. Вон стоит. Там стоит. Не до конца упавшие, сухие. Здесь вообще до хранища ветровало. И как его заберешь сюда? Никак. Только по речке, если сплавлять куда-то к дороге. Ну это возни, конечно, будет. Кто сказал, что с консервой рыба не клюет? Вот вам улов. Вот такой вот хариус. Да шучу. Мелочь. Куда-то. Все, выдвигаемся. Дальше в путь. Начинает нагреваться. Надо раздеваться, походу, начинает. Время обед уже. Добрый вечер. Короче, проползал весь день. Набрал грамм 100-200. Рыбачить больше не стал. Вот сейчас снова закинул на удочки, на поплавок. Переделал удочку. Закинул сейчас, не знаю. Пока что-то не клюет. Короче, в этом месте живицы ни хрена нету. Сейчас 2-3 часа. Ну, порыбачу, потом посплю. Завтра выдвинусь туда дальше. Там должна быть живица. Я там уже собирал. Мало, конечно, но все равно побольше. Там кто-то ползает. Особо рыбалку снимать не буду, тут не видно нифига. Приготовить еще покушать чего-нибудь надо. Тут булькает, все там шевелится. Надеюсь, медведи не выйдут. Медведицы с медвежатами видели тут недавно. Это, конечно, все трындец сразу будет. Медведицы с медвежатами. Порвет, наверное, сразу. Видели, кстати, ребятишки. Тоже так же на речке что-то делали, гуляли, увидали. Начинает уже светать потихоньку. Сейчас быстро, но часа два, наверное, только. Темно было. Но темнеет на 2 часа так. Сижу, вот зря, наверное, переделал на поплавок. На донку бы уже что-нибудь поймал, наверное. Ну, сейчас, наверное, переделаю обратно на донку. Попробую порыбачить немножечко. Сейчас быстро расцветает. Хрена там что-то плеснуло сейчас. Здоровенное. Переделал на донку, короче. Это на поплавок. Что-то ни хрена, вообще даже поклевок нет. Все, доночку зарядил. Будем ждать. Такой вот фонарик. Первый раз электрический. Обычно эти, которые ломаются, использовал. хорошо видно, светит хорошо. Вот здесь вот на дерево повешал. Блин, фокуса нет. На дерево повешал, все здесь. Будем готовить, наверное, покушать. Все кто-то там булькает. Вещи сюда перетаскаю. Ну такая местечко. Уснуть, наверное, все равно не получится мне поспать. Что-то и на донку не хотит клювать. Е-мое. Пожарим сейчас купаты. Что сегодня толком не ел еще. Проползал. Надо вот мне фонарик налобный. Какой-нибудь купить это. Вот такой вот от велосипеда фонарик. Но он компактненький, хорошо светит. Но на лоб когда удобнее приделал, да, ходишь с ним. Ну и второй такой вот прожекторик. Покупал дорогой, но оказалась какая-то ерунда. Через неделю пользования уже первый режим сломался, который был ярко горел. Остался второй, который так средненько горит. Но зато на всю ночь хватает. Все, сосиски пожарились. Жизнь кипит ночью на реке. В реке. А удочка молчит. Тишина вообще. Козлик, козлик где-то орёт, что ли? Хорошо, что не медведь. Короче, всю ночь просидел, все зря, даже ни разу не дернуло. И мою удочку оставил на речке, сам вышел сюда, поднялся наверх от реки. Здесь пособираю живицу вот на этих, на старых таких вот спилах. Пока собираю, может, на утренней зорьке там чего-нибудь поймается. Да, без разницы, кто поймается, нет, гребет. Мне главное живиться набрать. Вот здесь вроде она есть. Да, вот тут вот много. Много вот этих старых запилов, зарубов. По ним похожу. Вот столечко за вчерашний день получилось набрать. Мусор еще половина. Не густо. Сюда перевалю. Думаю, как баночку вот эту наберу, так и на... Все, заканчиваю сбор. Ну вот, друзья, 1,5 часа работы, и баночка наполнена. Не то, что вчера там ползал, по маленьким кусочкам собирал. Здесь сразу такими объемами. Но на некоторых нету, а на некоторых прям хорошенечко так набирается. Так что, ну, пойду еще пособираю тогда немножко. Не ожидал так быстро набрать. Может, еще половиночку или еще одну наберу даже. Посмотрим, тут смотря сколько этих деревьев еще с зарубками осталось. Ну, все, почти что полный. Еще один черпачок. Отличненько. На момент публикации ролика, наверное, все уже будет готово. Поставлю вариться, видео монтировать буду. Ну, подремлю, наверное, пару часиков. Сделаю. Какой-то грибок тут на синявку вроде похоже. Ха-ха, попал. Сразу два. Так, ребятки, у нас завтрак подкрался. На завтрак у нас, как обычно, рыбка, мы же на рыбалке. Хотел я вам презентовать свой новый чаек. Чаек от Лешего. Брусничный лист, иван-чай и мята. 3 компонента. Вот такой чаек сейчас будет у меня в продаже. Иммунитетный. Вообще шикарный получился чаек. Если кому-то надо будет, ссылка в закрепленном комментарии. Также живица, тоже там же. Проходите, смотрите, читайте. Огромное количество там полезных свойств в этом чаечке. Вообще я сейчас его постоянно пью. Сперва из иван-чая хотел из простого зеленого делать. Попробовал, посушил его в духовке. Продегустировал. Ну, вкус есть, но не насыщенный. Потом решил сделать ферментированный. Сделал. Намного приятнее пить такой чаек. Вкуснее, насыщенный вкус. Все так сбалансировано. Сочетаются вот эти 3 компонента между собой. Ладно. Чуть не искупался от черпов. Так и думал, что там подскользнусь скользко. волосатик. Окушок. Все, ребята, удочку смотал уже, а то сижу, кемарю, ну эту рыбалку. Маленько так, для удовольствия посидел, порыбачил, отдохнул на природе. Главная цель была живицы набрать. Так что все, миссия выполнена. Можно со спокойной душой идти до дома, отдыхать. Подремлю сейчас, да, живицу еще надо варить. Видосик смонтировать. Так что работа еще есть. Ладно, всем спасибо за просмотр. Счастья, здоровья. Скоро увидимся.